Вой сирены в лесничестве Среднеохтубинского района – явление частое. Спасатели моментально реагируют на возгорание и быстро отправляются на борьбу с огнем. В этом году в Волгоградской области пламенем было уничтожено более 824 гектар леса. Среди причин возникновения пожара – сильная жара, гроза, а также некачественная сельскохозяйственная техника, искры от которой могут спровоцировать возгорание. Но главным виновником огня в лесу по-прежнему остается человек. Например, в Среднеохтубинском лесничестве за это лето тушили уже 5 раз одну и ту же популярную для отдыха волгоградцев территорию. Роща. Здесь часто любят отдыхать. Рядом находится берег Актубы. Здесь площадь лесная, пройденная огнем, 5 гектар. Ну и деревья не полностью уничтожены, но все равно нанесен значительный ущерб. И в дальнейшем здесь будет назначаться вырубка и планироваться лесовосстановление. Особое внимание в лесничествах уделяют и профилактике возгораний. Для этого, например, создают минерализованные полосы. Тракторы вспахивают землю около кромки леса, дороги или населенных пунктов, чтобы в случае пожара остановить движение огня и предотвратить страшные последствия. В регионе в целях пожарной безопасности также осуществляют передислокацию лесопожарной техники в места, где возгорания наиболее вероятны, и осуществляют круглосуточный мониторинг территории лесничеств. У нас 13 камер видеонаблюдения, лесохранитель, который на вышках сотовой связи находится, они в круглосуточном режиме, также поворачивается она постоянно, и в случае возникновения изменения картинки, задымления, как вот даже на пыль реагирует, соответственно, сразу подает сигнал, приближает это место и дает координаты этого места. И также система ESDM, информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза, спутники летают постоянно, то есть вот такая многоконтурная система обнаружения лесных пожаров, она действует. И все-таки главное в предотвращении пожаров – ответственность самих людей. Сотрудники комитета призывают жителей и гостей региона осторожно обращаться с огнем, не разводить костры, не выбрасывать окурки на обочины дорог из автомобилей и в местах отдыха. В Волгоградской области и без того катастрофически мало лесных зон. Многие из них высаживались искусственно, на них были потрачены огромные материальные и человеческие ресурсы. Беречь природу и уважать труд тех, кто о ней заботится – наша обязанность. Напомним, при обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Ксения Бедросьян, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».